Всем привет! А сегодня мы будем слушать новый трек Оксимирона. Оксимирон просто распелся, просто творит и творит. А совместно с Брутто, с Каспийским грузом, называется «Прекрасное далеко». Вот знаете, мне как-то интересно, почему у нас уже не первая песенка на тему «Прекрасное далеко». Друзья мои, не знаю, так вот я сделаю, а то как-то это самое сильно в лицо. Может быть, сильно темно? Ну и теперь уже все равно. Итак, друзья мои, напоминаю вам о том, что мы в телеграм-канале, мы там голосуем, обсуждаем, что будем слушать и т.д. и т.п. А также напоминаю о том, что мы собираем донаты на новую камеру, донатьте нам, потому что камера иногда барахлит. А также напоминаем, что я написал две книги, которые выложил на Литрес. А у Максима есть игровой канал, который тоже иногда надо посещать, подписываться и т.д. и т.п. Поэтому все т.д. и т.п. будут, все ссылки будут под этим видео, а вам остается только слушать и... Максим, я не могу, этот самый, мне мешает. Ну а куда деваться? Я ничего по-другому, как я. Ну, шнур короткий. А, шнур короткий? Да. Ну вот, наконец-то мы настроили, мне опять все светит в лицо. Ну, давай, все, давай так. И так в комментариях уже сдолбали писать, что ты темная. Ну, отодвинь ту сторону чуть-чуть. Ну, ты темная. Прекрасная далеко. Запада до юга, востока, в лабиринтах, блоках, высотах, за гранью болевого порога бродим в поисках прекрасного далека. Запада до юга, востока, в лабиринтах, блоках, высотах, за гранью болевого порога бродим в поисках прекрасного далека. Может, в яму ложусь. Мир то ли ягодный морс, то ли жалобный блюз. Воздушный свадебный вальс. Учащается пульс, абсурдный траурный джаз. Опускается груз при старческой болезни. Пиздюком курю в подъезде, гляжу в режиме буга на свою судьбу в разрезе. Васильевская стрелка на недремлющем бригете. Вожу себя в музей, тащу свой труп в пакете. Мы лаем слазь на караван, на мне весь это харам. Время вспять на мусатый секундантов. Я вид господа, вращайте барабан. Запада до юга, востока, в лабиринтах, блоках, высотах, за гранью болевого порога бродим в поисках прекрасного далека. Запада до юга, востока, в лабиринтах, блоках, высотах, краем болевого порога бродим в поисках прекрасного далека. В лагерях на строгом, во строгах. Нихуя прекрасного, хоть и далеко. Опер думал о высоком, он думал про пост. Барыга думал о высоком, он думал про спрос. А я думал про свой возраст, дожития. Пока ехал на самокате по Москва-Сити, я житие, бытие твое, ауе. Но ты бы там пожил, побыл, охуел. За нас решают и нарушают наши права. Или мы нарушаем, и они просят наши права. Уезжает рэп-интеллигенция. Влади теперь знает, что им делать в Греции. Нет зависти, что у соседа трава зеленее. Ведь тогда соседа примут быстрее. А я тащу свой труп в пакете мимо мавзолея. Севернее нас только Корея. Одним детям нужны мстители и Hello Kitty. Другим детям нужна услуга, трезвый родитель. А я бухаю и пишу, будто хаям. Если на мне твоя мразь, это харам. Запада до юга, востока, в лабиринтах, блоках, высотах, за гранью болевого порога бродим в поисках прекрасного далека. Запада до юга, востока, высота, за гранью болевого порога бродим в поисках прекрасного.
хочу вам сказать, я не знаю, заметили вы или нет, насколько Оксимирон стал, вот он вообще стал другим. Вот он как-то, мне кажется, с возрастом у него, его творчество, оно стало помягче. Он был всегда такой напористый, а сейчас он немножко изменился. Ну, то есть, вот как бы его стиль стал другим. Вот, ну, про песенку, да, прекрасно. Ну, в принципе, все читается. Все читается, понятно, про что. Про совсем прекрасное далекое, которое не совсем уже и далеко было, да. Вот, я, ну, не хотела бы комментировать эту песенку, просто потому что потому, вот. Но, если вспоминать все мои реакции, которые были на разные темы, которые вам были когда-то интересны, вы хотели мою точку зрения, то я хочу сейчас сказать, что, дорогие друзья, дорогая молодежь, я просто извиняюсь за все, что я говорила раньше. И мне жаль, что... Ну, а может быть и не жаль. Знаете, как бы наше поколение, оно все время попадало в какую-то ситуацию. В общем, нас жизнь ставила в какие-то рамки, в какие-то проблемы. И мы с честью якобы их исполняли. Вот. Ну и как бы дошли до того, до чего дошли. Вот. И теперь вам, молодому поколению, вот все, что мы там нарушили, придется творить, строить. И нам песня «Жить и дышать» помогает. Поэтому вот когда там Оксимирон говорит, что все поуезжали, ну, не знаю, может быть, кто-то и остался для того, чтобы творить будущее. Ну, а мы, те, кто творили будущее для вас, может быть, извинимся за то, что сотворили, и уступим вам дорогу. Это все, что я хотела сказать. Всем пока.